настроение синее. Просто делаю бутоны. Сейчас им будет дополнение зеленью. Случайно положила краску. Больше яркость. А теперь зеленый. Я беру желтый. И мне достаточно взять холодный желтый, такой как лимончик. В начале. Он будет переходным цветом от белил к желтому. К зеленому, пардон. Большое количество растворителей, и тогда легко ложится. Я добавляю небольшое количество зеленой ФЦ. К желтым, можно к теплым, можно к холодным. И даже немножко коричневых, чтобы цвет был чуть погашен. И сейчас в нескольких участках формирую листики. Как бы чишелистики, даже я бы сказала, от самих лепестков, от самих соцветий, цветочков, жду я там, много-много слов. Вот так формирую и создаю такие травиночки легкие, чтобы создать ощущение диагонали движения, которую я заранее задумала. Диагональ интересно смотрится. Если у нас цветы, в основном диагональ такая, то диагональ движения на холсте я сделаю в другую сторону, в противоположную диагональ движения листьев. Каждый бутончик. И какие-то светлые мазки, желто-зеленые, в хаотичном порядке, как лучики солнца. Можно изначально на фон наносить, а можно наносить, когда уже у нас холст заполнен. Создать такое ощущение игры света.
когда общий план выполнен, я хочу сделать так, чтобы мой цветок имел каемочку, чтобы он был сортовой, основной, и чтобы он имел край малиновый, так как он у меня будет являться композиционным центром. Я беру малиновый такой вот краплак, можно мадженту цвет, то же самое. И аккуратненько на растворителе вношу в то, что мы написали, аккуратненько вот этот цвет, как бы каемочкой. Побольше растворителя, и сейчас еще следующий слой. Слой за слоем, то есть каждый лепесточек, который у нас был изображен, я буду криво, главное. Еще важно, чтобы это было криво. И еще разок краплак. Если какие-то растушевки сложны, можно воспользоваться и кисточкой побольше. Сорт, у которого краешки темные. То есть мы сначала нанесли белила, а под белила начинаю вносить более темный цветок, цветочек аленький. Белила я оставляю и не трогаю. В каких-то участках оставляю не растушевано, а контрастно, потому что это более передний план. Но все движения почти акварельные. Краплак розовый с растворителем.